И вот мы на базе. Давайте отнесем к КПК. Здесь тот да по-прежнему на крыше торчит. Ты тут, друг? Вот, вернул и то, что просил. Чем еще могу? Что в округе интересного? Ясно. Так. Вот так вот. А теперь бы главного отыскать ихнего. Лебедева. Который решил куда-то запропаститься. И это глюки квест, ну, то есть мода. Или я не знаю. Так, наш боец по-прежнему спать не хочет? Не хочет. И я почти уверен, что сейчас мы спустимся к нему туда, и его там не будет. Ну, он, ну, ребята все, блин, все уже зеленого цвета, то бишь друзья, кореша. Все в таком духе. Но Лебедева по-прежнему здесь нету. И что прикажете делать? Уж, ну, как бы переходов на кордон нету. Как мне, собственно, на кордон попасть без метки? То есть, куда идти? Друг. Хочешь поторговать? И что для меня? Попутного ветра. Тысяча всего. Ну, вы жила бы. Ну вот держи, всякий швак. Так. Вот так вот. А теперь у него в продаже нету того, что нам нужно. Ну хоть одну аптечку купим. Чтоб что-то хоть было. Вот же засранец. 3 часа ночи. Так. Ну. Я помню, может, отсюда можно было попасть. Вроде как и отсюда можно было как-то попасть. Тут вот метки есть, вот они. А с этой стороны на болоте нету. То есть я почти уверен, что надо с Лебедевым поболтать. Тогда у нас все будет. Но Лебедева на месте нету. Ладно, дождусь того момента, когда либо утро настанет, либо нашему герою все же захочется дрыхнуть. И тогда... Тогда я включу запись. Надеюсь, утром Лебедев здесь будет. Сейчас дрыхнет где-то в подвале невидимом, замаскированном. А на утро проснется и вернется в комнату. Так что увидимся утром. Так, его я так и нашел, но вот еще один квест. Доставить пакет продуктов от Сидоровича. Да берусь. Ну, как будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Так. Это надо к Сидоровичу и вернуться обратно. И как это сделать? Тут уже, в принципе, светает. Уже 4 утра. Можно еще подождать. Старого. Ну, как видите, его все еще здесь нет. Куда он подевался? Это баг какой-то, я не знаю. Спать наш... Красавчик по-прежнему не хочется. Я все же дождусь утра. Если не появится, значит это либо что-то модом сделали, либо это какой-то баг. И попробую как-то самостоятельно на кордон смотаться. А так, в общем, увидимся снова через мгновение. Я же говорил, что он дрых в каком-то подвале. Вот, явился красавчик. Давайте с ним теперь поболтаем. Говори. Да,
Так, все, он нагулялся. Как попасть на янтарь? Значит, смотри, южный хутор ведет под блокпост военных, сам понимаешь. А вот с северного хутора можно попасть под по одной тропинке прямо на янтарь. И на севере хутора сейчас бандиты. Надо либо как-то договориться с ними, либо замочить всех нахрен. Ну, ладно, я подумаю. Говори. Так, по поводу работы. Так, зачистить логово мутантов возле временного лагеря. Достать боеприпасы. Так. Так. Ох, сейчас, ладно. Ну, пошел я мочить гадов. Будем, что ли, с бандюками драться, стреляться. Так. Ну, в общем... Так, ну давайте возьмем. Привет, хочешь поторговать? Привет, я за снарягой. Доброй тебе дороги. Так. Ну, это забери себе. Это тоже себе забери. Пистолет я подумаю. Так. Неплохо. Так, аптечек достаточно выдали. Бинтов тоже порядочно. Давайте немножко потрошков так. Еще 60. Так. Так, что у нас там дальше? Так. Поговорить с проводником. Ну, давайте поговорим. Так. Тебе нужно что, сталкер? Да. Давай, веди меня к вашему отряду. Будем воевать. Ну, пошли. Так, ну, господа хорошие. И тут его кто-то... Цоп! Я тебя смотри, слушаю. Это зомби его схватил и тянет тебя куда-то. Сталкер его и спрашивает. Зомби... Привет, мужики, я... Спасибо, это с вами буду штурмовать. Ну что, выдвигаемся? Враги не спят. Собираемся. Ну, пошли. Давайте, ребят, подрываемся, подрываемся. Хватит жопу отсиживать. Ну, сейчас посмотрим на эту войнушку-пострелушку. Так. Три поста, значит. Так, а я отсюда зайду. Это хорошо. Попробую отсюда зайти.
Так, тихонечко. Так, тихонечко так. Так, одного сделали. Так. Так. Так, готов. Так, готов. Так. Так, еще где-то есть. А вот. Ну, вроде все. А не, есть еще один. Ну, его, думаю, без нас сейчас пристрелят. Спасибо, что помог. Обязательно загляни к нам на базу. Тебя отблагодарят. Да загляну. Да подожди, в бой. По моему сигналу. Дайте мне, как говорится, трофеи собрать. Так, многих наших положили. Так. Потрошки. Еда, аптечки. Так, давайте еще выбросим что-нибудь. Так. Вот еще одна аптечка. По кому они там уже садят? А, вон вижу. Так. Тебе нужно что, сталкер? Так. Отряд, выдвигаемся! Выдвигаемся вперед.
Там где-то кровосос беснуется, слышу. Народ, ну вы выдвигаетесь или как? Что, все двое? А серьезно? Ну ладно, раз серьезно. Правда, их вроде немного там осталось. Смотреть в оба! Мы тут в непонятках, вы где вообще? Так, это чё-то наше. Непонятки нарисовались. Надо пробить, что там у пацанов. Кому вопрос? Ща пробьем. Всем быть начеку. Ожидается нападение. Не высовываться. Патрошки. Так, у этого ничего нет. Так, воюем. Смотреть в оба. Да смотрю. В оба, не в оба. Где эти ребятки, откуда они придут? Держать оборону. Держим. Смотреть в оба. Так. Где же вы, гады, лазите? Идут. Вижу. Так, вижу, откуда идут. Так, остался один, вроде как. Убьют. Все. А не, вон еще двое гадов. Какого? Наших всех перебили, а? Засранцы. Так. Улови, скотина. Прикрой меня, подремать собрался. Что, опять где? Кто? Блин, жалко, наших перебили, конечно. Ну что ж они... Высунулись-то так. Это вы кому там орете? Аптечку берем. Их я тут положил. Так, похоже, наш там в аномалию сдохнет. Так, что, все пошли на следующий блокпост или как? Да похоже на то, все двинулись к нему. Так, пожрать что-то приспичило. Пожрем. Так, войнушки, пострелушки.
Ну куда вы все поперли, а? Так, вот от нашего одного пристрелили. Где вы? Так, из дома стреляет, кажется. Ну. Помоги огнем! Да убитый. Блин, мужики, нас заметили. Да что ты говоришь? Так, этот готов. Спасибо, наемник. Без тебя бы крышка. Ты заходи к нам при случае за вознаграждение. Хорошо. Смотреть в оба. Бегом! Еще патрошков возьмем. Так. Ну, вроде как все. Всех перестреляли. Вот, бинтик заберем. Что у нас тут? Антирад. Бинтик. Перегруз. Антирад. Патрошки. Так. Ага, вот мы можем выйти здесь. Или вот теперь мы можем покинуть эти места. Так, мы пойдем к военным, а потом на янтарь. Ну, мне к Сидоровичу нужно. Поэтому возвращаемся на базу. Тут проводников нету. В общем, увидимся на базе. Я там заберу все награды. Это и потом пойдем к Сидоровичу. Надеюсь, на блокпосту нас не будет сильно жарить. Или уже в следующей серии, на следующей локации пойдем. А пока возвращаюсь на базу за наградами. Так. Ну, вы на базе. Приветствую. Хочешь поторговать? Да. Будешь неподалеку? Заглядывай. Вот, держи. Гостинцы. Так, от тебя нам ничего не нужно, кроме денег. Так. А, да, что-то мне причитается. Базу хочешь поторговать? Что для меня? Что за, захват стольких баз и убийство столько бандитов? Всего 1000? Да не оборозели. Так, что тут у нас? Встретиться с проводником и выйти с ним на янтарь. Зачем нам на янтарь-то? Мне в другое место нужно. Я тебя слушаю. Двигаться можем? Можем. Давай-то эту фигню сдадим. Ну, кроме разве что дедов. В общем, дамы и господа. Так, вот давайте я сейчас продам. И к Лебедеву зайдем, поговорим, если ничего нового не скажет. То тогда
В общем, ну, тогда будем и прощаться. Уже больше серия затянулась слегка. Ой, бедненький, как запыхался, тяжелый нож уже несет. Приветствую. Приветствую, приветствую. Хочешь поторговать? Попутного ветра. Добрый человек. Вот, держи. Держи. Мне столько не нужно. И вот держи. Так. Готово. Ну, теперь давайте к Лебедеву заглянем. Что скажет мужик? Ну, здорово. Работа есть. Так, доставить боеприпасы отряду Чистого Неба. За такой я, пожалуй, не возьмусь. Так. Один из отрядов запрашивает операцию пополнения боеприпасов. Необходимо это сделать как можно быстрее, пока никто не попался. Хорошо. Так, отлично. Выдаст тебе необходимо. Так. Ну, давайте. Еще немножко на болотах побываем. Молодец, жив, хочешь поторговать? Да, я от главного, по поводу боеприпасов. Будешь неподалеку, заглядывай. Так. Рюкзак с боеприпасами весит 20 кило. И что мне тут делать? Ну не на пол уже все это выкидывать. Выбросить. Так. Приветствую. Вот же ж гадство. Так. Сплошной, блин, перегруз. 20, блин, кило подкинул, гад. Так. И ты же, конечно, уже обобрал мой. Ну, стоять, скотина. Так. Нет, все лежит на месте. Так, ну давайте туда патрошков этих скинем. Моих патрошков немножко скинем, дабы облегчить ношу. Тебе нужно что, сталкер? Ладно, в общем, увидимся там на месте. Ну давайте, так, механический двор. Ну пошли. Здорово, мужики. Ну, пистолеты я брать их не буду. Так. Тут мне просили вам боеприпасы притащить. Я тебя слушаю. Здорово, вот я принес боеприпасы, братцы. Чем могу помочь? Да нет. Сами этой фигней страдайте. Так. Ну, этого я, парня, обобрал. Так. Вот калаш заберу. Вот это все заберу. Калаш заберу. Потрохи, гранатку. Так, неплохо. Вроде не перегружен. Можно еще взять. Вот теперь перегружен. Разрядить. Все. Можем уходить.
Так, ну тут еще вот пару нычек есть на сгоревшем хуторе и вон там вот. Так. Ну, в общем, дамы и господа, серия так затянулась. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Ну, в общем, вы в курсе. Спасибо, что смотрели, сталкеры и гости моего канала. Всем пока, всем счастливо.